Цветосочетание – это, опять же, один из 5 элементов дизайна. Первый элемент дизайна – это линия. То есть с помощью линии можно простраивать образ, делать человека стройнее, да, придавать какую-то характеристику. Не характеристику, а как-то менять характер человека с помощью линий. Если, допустим, линии жесткие, рваные, то человек кажется более такой брутальный, либо такой, как бы это правильно, в динамике, да? Очень часто бывает так, когда ко мне клиенты приходят и говорят, вот я хочу карьерный рост. Когда нужно создать характерность, мы используем прямые, четкие, чистые линии. Если нам нужно создать образ мягкости, расположить клиента к себе. У меня часто очень обслуживаются клиенты, которые работают психологами, да, либо тренерами, либо преподавателями.